В целом в крае за год выявлено более 77 тысяч наркопотребителей. Это почти на 15 тысяч меньше, чем 3 года назад. В 20 муниципалитетах показатели ниже среднекраевых. Рост отмечен в Геленджике и Кущевском районе. Отдельно обсудили сравнительно новый вид наркомании. Подростки употребляют газ из зажигалок. На прошедших совещаниях было рекомендовано отрасли торговли довести до реализаторов просьбу внимательнее смотреть, кому они продают зажигалки. Тревожит и статистика. Преступлений, связанных с наркотиками, выявлено меньше, а вот зависимых граждан в нескольких районах на порядок больше. А ведь это потенциальные правонарушители. Пример тому – вопиющий случай в Анапе. А в эту субботу 16-летний подросток в городе Анапа в состоянии употребления какой-то заразы, какой-то гадости, в состоянии сумасшедшей агрессии и неадекватности зверски убил свою родную мать. Вы понимаете, до чего доходит этот дурь, доводит этот дурь, эта зараза? Зверски убил свою мать родную. Мы до чего общество докатывается? В целом же из краевой казны в уходящем году на программу «Антинарко» было выделено более 20 миллионов рублей. Муниципалитеты также предусмотрели в своих бюджетах расходы на профилактику наркомании. Ведь главное – не допустить вовлечения молодежи в наркозависимость. Для этого необходимо множество альтернативных путей занятости, чтобы юноши и девушки чувствовали востребованность родным городом. Сочи в этом плане готов поделиться опытом. На курорте действует множество спортивных секций, волонтерских центров, а за так называемыми трудными детьми закреплены наставники из числа педагогов и тренеров.